Құрметті жерлестер, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасын және президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жолдауындағы міндеттерді орындай отырып, экономикалық өсімге қол жеткізу және халықтың әл-ауқатын арттыру үшін барлық шаралар қабылданды. 2019 жылдың қорытындысы бойынша облыстың жалпы өңірлік өнімі 4,5%-ға өсіп, 3 триллион теңгеден асты. 48 мыңнан астам жұмыс орны құрылды, оның 35 мың тұрақты жұмыс орынды. Мемлекет бюджетке түсімдер 509 миллиард теңгеге асты, оның ішінде тек өзіндік кірістік 226 миллиард теңгені құрады. В 2020 году бюджет области сформирован в объеме уже 586 миллиардов тенге. Из них собственные доходы составят 250 миллиардов тенге с ростом на 11,5%. 75% бюджета направлены на решение социальных вопросов и создание комфортных условий проживания, в том числе ремонт дорог, строительство жилья с инженерными сетями, водоснабжение, газификация, развитие жилищно-коммунального хозяйства. Расходы только на образование увеличились на 59 миллиардов тенге или на 28% и достигли уровня 266 миллиардов тенге, и в том числе увеличение заработной платы учителей на 25%. Из них на строительство объектов выделено свыше 14 миллиардов тенге. Это с ростом почти в два раза. За последние 5 лет в области мы построили 75 школ, из них 55 на ликвидацию трехсменного обучения. 30 тысяч ученических мест. Тем не менее, сегодня эта проблема остается. Проблема трехсменных школ. Например, в прошлом году в первый класс пошли 48 тысяч детей, а количество ученических мест возросло на 20 тысяч. И сейчас у нас в области имеется 38 трехсменных школ. В этом году мы также начнем строить такие школы. 13 из них на 11,2 миллиарда тенге, из них 8 на ликвидацию трехсменного обучения. Но этого недостаточно. Поэтому мы должны начать строительство еще 6 школ общей стоимостью свыше 10 миллиардов тенге. Я такую задачу поставил перед теми людьми, которые это должны выполнить. Почему? Потому что проектно-сметная документация полностью готова. Тем более после послания президента страны эти вопросы в правительстве находят решение. Кроме того, мы прорабатываем вопрос строительства также за счет частных школ по размещению госзаказа. В рамках ГТП мы построили уже 2 школы, это в Каратальском районе, и школа на 1200 мест в селе Айтей Карасайского района. Другим актуальным вопросом является перевозка детей в школы из дачных массивов и небольших сел, где подвозом охвачено около 16 тысяч детей. Однако автобусы на сегодняшний день уже изношены, часто ломаются. Да и в первую очередь мы должны думать о безопасности перевозимых детей. Поэтому мы решили приобрести 70 новых комфортабельных автобусов казахстанского производства, на что из бюджета выделили 1 миллиард тенге. Замена автобусов будет обеспечена 100%. Для улучшения качества обучения в этом году на приобретение кабинетов новой модификации и открытие 50 IT-классов, где школьники могут заниматься робототехникой, программированием, 3D-моделированием, выделено 1,1 миллиард тенге. Благодаря открытию частных детских садов уровень охвата дошкольным учреждениям мы сумели поднять до 98,4%. В текущем году доведем до 100%. Но этим вопрос полностью не закроется, потому что, вы знаете,
какая демография в нашей Алматинской области. Ежегодно на свет приходит около 50 маленьких детей. Юлю Мунгай Наресте в Умргекеле. Одним словом, принимаются все меры для создания равных условий как в городских, так и в сельских школах. В прошлом году качество обучения составило 65%, небольшой рост по сравнению с прошлыми годами, но этого также недостаточно, и мы должны в этом плане дальше работать и совершенствоваться. Поэтому недавно назначенному новому руководителю управления образования вместе с курирующим замом необходимо над этим вопросом очень и очень серьезно работать. Много делается для развития сферы здравоохранения. С этого года все медицинские организации, как вы знаете, перешли на систему обязательного медицинского страхования. С нашей стороны основной задачей является обеспечение шаговой доступности к медицинским учреждениям. В 6-м микрорайоне в городе Талдыкурган на первом этаже 16-этажного дома открыт центр первичной медико-санитарной помощи на 320 посещений. В текущем году будет построено еще 9 таких врачебных амбулаторий и медицинских пунктов, в общем на сумму около 4 миллиардов тенге. Потом к нам много сейчас после введения ОСМС обращаются бизнесмены, которые хотят взять в управление наши объекты здравоохранения, особенно в тех селах, где они постройки 50-х, 60-х годов. Вот, рядом с ними приобрести хорошие соответствующие здания, переселить туда их, оснастить современной техникой, медицинской оборудованием, пригласить специалистов с повышением зарплаты на 30%. Это тоже, я думаю, даст нам всем хороший эффект в части обслуживания, именно медицинского обслуживания нашего населения. Но вместе с тем у нас в области, вы все знаете, существует дефицит медицинских кадров. Не хватает 241 специалиста, из них 126 врачи узкой специализации. Область большая, 242 населенных пункта, поэтому основная причина – это необходимость жилья. Вот. В этой связи для привлечения специалистов в этом году при рассмотрении бюджета мы планируем приобрести 126 квартир во всех районах и городах. На это мы посчитали и выделили 756 миллионов тенге. Поэтому акимы районов должны над этим работать, получать эти деньги, приобретать и приглашать необходимых специалистов. Тогда, наверное, мы снизим количество материнской смертности и особенно детской смертности. Кроме того, 47 молодых специалистов проходят обучение резидентуре и по остродефицитным специалистам в медицинских вузах по гранту акима еще обучается 36 студентов. Они тоже со временем к нам придут. На отчетах акима районов, где я участвовал, я очень часто слышал жалобу на работу скорой помощи. Вот. Мы проанализировали данную ситуацию. Я дал поручение. Первая причина – это очень, где население много районов, количество бригад не соответствует нормативу. Также не хватает транспорта в количестве 70 единиц. И в этом году мы через республику приобретали 35 вот таких современных автомашин скорой помощи. После вот этого объезда, здесь сейчас сказали, я в 5 отчетах и в городе был, я все районы объехал. Практически все районы Алматинской области с начала года до вот сегодняшнего отчета. Это на отчетах я был, где акимы отчитывались в 5 районах и в городе Талдыкурган. И везде я принимал людей, беседовал, и вот эти вопросы. После этого уже, после того, как акимов приглашали, мы формировали бюджет. Поэтому мы решили, что к тем 35, которые выделяет республика, мы докупим за счет местного бюджета еще 35, и этот вопрос полностью закроем. Если еще будут откуда-то жалобы и просьбы навести порядок в работе скорой помощи, будем дальше принимать меры.
В прошлом году основной упор был сделан на поддержку нуждающихся граждан. В области на эти цели направлено 38 миллиардов тенге. Из них 3,5 миллиарда тенге на помощь малообеспеченным и многодетным семьям в рамках социальной карты. Обеспечены бесплатным горячим питанием в детсадах и школах 42 тысячи детей или 100%. Выделено 100 грантов для поступления в вузы к тем существующим, которые у нас были. Порядка где-то 580. Это и за счет республики, и раньше также выделялись за счет местного бюджета. А мы специально разработали свою социальную карту, выделили 3,5 миллиарда тенге в рамках этой программы. Именно для детей вышедших многодетных семей выделили еще 100 грантов. В Талдыкурган 42 тысячи учащихся и студентов. В трех городах 8 тысяч многодетных матерей пользуются бесплатным проездом полностью. Бесплатно подключены к газу 2277 семей. 22600 семьям установлены датчики угарного газа. В Талдыкургане открыт центр жанья по оказанию услуг многодетным матерям. Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями. В области их проживает 67,5 тысяч инвалидов. Открыты реабилитационные центры для детей-инвалидов в Илийском, Карасайском, Талгарских районах и в городе Талдыкургане. Но в городе Талдыкургане мы выделили деньги тоже по обращениям граждан. Мы это решение приняли. Вот. Будем строить именно реабилитационный центр. Еще отдельно помещение ищем. Отдельный реабилитационный центр мы построим для детей, у кого зрение плохое. Я два раза прием проводил, и два раза эти люди ко мне приходили, просили сделать для них отдельно вот такой центр. В текущем году расходы на социальное обеспечение и помощь инвалидам увеличены на 1 миллиард тенге и составили 4,7 миллиарда. Будет охвачено более 34 тысяч человек. С Нового года адресная социальная помощь выплачивается, вы знаете, в новом формате. Планируется охватить 144 с лишним тысяч человек на 14,3 миллиарда тенге. 45,5 тысяч многодетных семей получат пособие на детей. Наша цель — вывести трудоспособных граждан из числа получателей АСП, вовлекать их в активную жизнь и обучать и находить им рабочие места. Для этого на реализацию программы «Еңбек» выделено 10 миллиардов тенге. Республика 5,3, местные 4,7. Будет охвачено 14 тысяч непродуктивно за самозанятых и безработных. Одной из насущных проблем населения области является, вы знаете, это обеспечение жильем. В 2019 году введено 899 тысяч квадратных метров жилья, что на 25% больше уровня 2018. Благодаря таким программам, как «Нурлы жер», «7-20-25», «Бахатты отбасы», квартиры получили 2443 семей. В том числе многодетные 1779. Это, я думаю, очень хороший показатель. Проявили хорошую инициативу и наши бизнесмены. Они посчитали своим долгом участвовать в помощи нуждающимся семьям и в прошлом году представили 170 квартир и домов. Вы все это видели через телевидение, через прессу. Вот. На прошлой неделе меценаты вручили сертификаты на приобретение еще 30 квартир в городе Капчагай. Я хочу от имени всех вас сказать им большое спасибо. Однако очередность не снижается. И сегодня в очереди стоит 50 с лишним тысяч человек. Из них 20 тысяч социально уязвимые, 5527 многодетные семьи. Поэтому в этом году средства на строительство жилья и инженерной инфраструктуры увеличили мы в 1,6 раза и составили 32,6 миллиарда тенге, плюс 14,5 миллиардов тенге почти. Но это не предел. В течение года мы будем постоянно делать проектно-сметную документацию, готовить инженерные сети и строить новое жилье для того, чтобы в кратчайшие сроки всех нуждающихся обеспечить качественным, хорошим жильем. Вот. Я считаю, что уже
во многих районах и бизнесмены, и мы, и за счет республиканских вот этих программ уже научились нормально вот эту работу выполнять. Было время, когда у нас произошел спад в этом. Поэтому в этом году мы уже введем около 1 000 000 квадратных метров, 939, это мы так примерно посчитали. Из них по программе «Нурлы жер» будет построено порядка 148 тысяч квадратных метров. Но это тоже я вот говорю, что каждый год мы должны этот объем именно строительства жилья за счет бюджета увеличивать еще больше. Ежегодно строить 250-300 тысяч квадратных метров жилья, тогда да, очередь будет двигаться еще быстрее. Хотя по сравнению с прошлым годом, у нас в прошлом году 79 тысяч мы по программе ввели. В этом году, видите, 148. Два раза увеличили. Но это тоже не предел. Мы ставим задачу по всем направлениям обеспечить жильем 3600 семей. Это этот год. В том числе 2400 социально уязвимых и многодетных семей. Вчера я проводил прием. Очень много людей прошло. И вы знаете, многие из них просят жилье. Когда я смотрю на их очередность, если раньше там стоял человек там 70-й, 100-й, 120-й, мы тогда думали, ну сколько там, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл, алма-алмайма. Я сейчас смело говорю, что на следующий год обязательно получим этим людям. А те, которые далеко стоят, я говорю, очередь будет двигаться несколько раз быстрее. И люди верят. И это реально так. И мы над этим будем постоянно работать. Кроме того, в Илийском, Карасайском, Талгарском, Капчагае будет построено 7 жилых комплексов на 1300 квартир частными застройками, застройщиками. Они тоже строят квартиры и для коммерческой продажи, и по программе 7-20-25. Вот те люди, которые работают, имеют стабильную зарплату, они стоят в очереди в наших акиматах, они тоже будут там квартиры приобретать. В дальнейшем, как я уже сказал, будем вводить не менее 1 000 000 квадратных метров жилья. 2020 год мы объявили, когда бюджет формировали, годом газификации. В настоящее время газифицировано 144 населенных пункта. Уровень газификации составил 30,4%. Завершается строительство внутригородских сетей города Талдыкургана. Подключено более 9 тысяч абонентов. Построен газопровод до города Текели, агрессы до города Уштобе, Сарыөзек, Баканас. В этом году мы начнем строить внутрипоселковые сети в городах Текели, 91 населенном пункте Ескельдинского, Балхашского, Каратальского, Кирбулахского, Куксуйского районов. И мы уже выделили деньги и начали проектирование строительства магистральных газопроводов Талдыкурган-Учарал, Шелек-Кеген с охватом еще 97 населенных пунктов, где проживает свыше 300 тысяч человек. Если так разобраться, мы уже главные артерии, главные магистральные линии подвели к 15 районным центрам. 15 районным центрам. Вот. И осталось у нас с этой стороны 3, как я сейчас назвал, Аксу, Саркан, Учарал, и с той стороны Нарынкол, Кеген. Туда мы уже проектирование приступили. Поэтому нам надо активизировать теперь работу по внутриплощадочным и разводящим сетям, для того, чтобы конкретно население, которое живет в селах, до них довести газ. Вот. И мы это сделаем. Если мы это выполним, тогда до газа доступ будет иметь 1 200 000 человек или 56% от общего количества населения. Вот. К газификации мы привлекаем инвесторов. Общий объем привлеченных инвестиций составил 39,4 миллиарда тенге, из них 32,8 частные. То есть на 1 тенге бюджетных средств приходится 4 тенге частных. Когда я начал работать таким, я на две вещи сказал. Ежегодно я буду выделять минимум 2 миллиарда тенге или 3 миллиарда, в зависимости от потребности, чтобы в дальнейшем эту работу в области можно будет выполнять. Это вы знаете, ирригация и газификация.
И там даст очень хороший мощный эффект. Вот сейчас мы уже за счет этого все магистральные сети сделали, а вот эти оставшиеся доделаем, и тогда можно до людей конкретный газ. Но есть такая причина, которая вот меня беспокоит. Я когда ездил по регионам, много людей жалуются на высокую стоимость подключения к газу. Вот. Акимы районов, я считаю, абсолютно некоторые не работают, некоторые, если работают, так, спустя рукава. Это ваши люди живут в этом районе. Вы должны конкретно, это один из главнейших вопросов, вы должны каждый день этим вопросом заниматься, привлекать инвесторов, чтобы не один инвестор был, а было несколько инвесторов. За счет конкуренции у них будет стоимость подключения снижаться. Потом разбираться вплоть до того, какие затраты, пусть они вам разложат и покажут манометр, сколько стоит 20 метров трубы, сколько стоит сварочные работы, сколько стоит там подключение само газу. И говорить, чтобы срок окупаемости не был, чтобы через 3 года бизнесмен уже сидел и деньги качал. А 5-7 лет, ничего страшного, потом будет у него чистая прибыль идти. Я могу даже фамилии назвать некоторых акимов, которые им, к ним газ пришел, никакого шевеления нет. Вы должны ходить сейчас, радоваться, возле вашего районного центра стоит ГРЭС и труба, заполненная газом. Поэтому я вот вам еще раз говорю. Не ждите, когда дядя приедет, за вас сделает. Жетсугаз вместе с ЖКХ и Курильским замом будет заниматься, и мне будет давать постоянно вот такую вот информацию. Кто из вас занимается качественно этим вопросом, кто абсолютно не хочет заниматься. Будем принимать меры. Также мы должны решать вопросы обеспечения централизованным теплоснабжением многоэтажных жилых домов в малых городах. Сегодня отапливается индивидуально. В прошлом году в Талгарии мы установили 15 блочно-модульных котельных для 106 многоквартирных домов, на что выделили 2,7 миллиарда тенге. Посмотрите, как это здорово, когда бабушка на пятый этаж не носит уголь, и у нее на кухне не стоит или в зале печка, которую топит она углем. Или вот та ситуация, которая случилась в Каскелене. Это из-за только беспринципности руководства района. И тех людей, которые лишь бы продавать газ и за счет этого зарабатывать деньги, когда я послал туда людей, которые в газовом хозяйстве разбираются, они мне пришли, амандыга вас, там страшно. Они мне сказали, куда гашкур, что? Вот так случилось. Вот. Мало людей погибло. Но почему должен был погибнуть ребенок, слушай, и бабушка? Хотя я задание по этому дому акиму района давал. Есть нормы, строительные нормы, СНИПовские нормы, нормы техники безопасности. Особенно в работе с газом. Это невидимый газ. Вы должны 10 раз были бы посмотреть. Поэтому я вас предупредил и на объекте, и сейчас предупреждаю. Вот. Такая проблема в Каскелене до сих пор имеется. В Уштобе имеется, в Жаркенте имеется, в Илийском районе имеется. Но акимы районов не работает пока. Принимайте меры и работайте. Я сам эти объекты все буду объезжать. И если вам непонятно, как это делается, съездите в Босторгай, съездите в мелиоратор. Как люди сейчас живут там. Сейчас мы дальше там делаем благоустройство, игровые площадки, чтобы люди не знали, что такое вот так зимой мерзнут. И безопасность самое главное. В ходе посещения области в прошлом году наш президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поставил две очень важные задачи. Это обеспечение питьевой водой и дороги. Уровень обеспечения централизованным водоснабжением достиг 91%. Есть проблемы с качеством и нехваткой воды. Для этого ведется проектирование Каскеленского группового водопровода, который обеспечит город Каскелен и 23 населенных пункта, расположенных в верхней части
Карасайского района. Я там был, уже в первую очередь введена насосные. Вот. Но теперь надо заниматься дальше этим вопросами, чтобы до населенных пунктов, опять же, эта вода дошла скорее. Вот. Тем более границы изменились с городом. Вот. Постоянно жанатурмус на слуху во всех этих социальных сетях. И этот вопрос аким района лично вместе с курирующим замом будьте мне докладом. Разработан проект строительства группового водопровода Ембеш-Казацкий район общей стоимостью 4,5 миллиарда тенге, реализация которого позволит обеспечить качественной питьевой водой город Иссык и 8 населенных пунктов. Всего в текущем году планируем построить и реконструировать порядка 330 квадратных метров водопроводных сетей. В результате доступ к чистой питьевой воде получит еще 5 сел. Вот. Количество услуг улучшится на 21 населенном пункте. Вот эти вот вопросы тоже доведены до конца. Все равно есть некоторые моменты. Вчера на приеме ко мне приехали люди с Ембеш-Казацкого района. Вот. Мы думали, небольшой поселок, оказывается, там 6 тысяч человек населения живет. Сейчас отличная программа есть. Вот. Эта программа развития территории, аулым ел-бесігі, аул ел-бесігі. Сондай жобаларды әкімдер қарап, бағдарламаға қарап, жобаларын жасап, бізге ұсыныз беріп, сол туралы я в конце года прием вел. Не встал, ничего не сказал. Ни клуба нету. Школа 30 или 40 лет не ремонтировалась. Вот. Врачебная амбулатория в страшном состоянии. Водопровод начали, бросили. Еще спасибо, что такие терпеливые, нормальные люди там живут. Келеп, Шио, Юалып, еще дороги туда нет. Аким района, ты должен, каждый свой аул должен знать, тем более, где живет 6 тысяч человек. Неге отырсың, тур давай. Под особый контроль этот аул возьмешь. После отчета я туда проеду. Бүгін барып халыққа айт, осы сіздердің мәселелерің туралы мені әкім тұрғызып қойып айтты деп. Огромный район, слушай. Я каждый поселок не могу охватить. Жаңаған айттым мен. 742 елді мекен бар. А вы в своей районе все должны как 5 пальцев знать свой район. Все знают, когда я акимом района был, я всегда пешком ходил. Я не для этого, я действительно вчера был возмущен. Думал, действительно, кейбір ауылдарда сондай болады. Но с уважением, с таким, келіп маған айтып атыр, енді 6000 халқымыз бар, 6000 халқымыз бар, дейді. Бір көмек жоқ, бір адам кемейді. Садись. Нұры жол бағдарламасының арқасында Талдықорған, Өскемен, Учарал, Достық, Құрты, Құрылбайтал, Ұзынағаш, Атар көлік жолдарын жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Бұл барлық стандарттарға сай келетін шамамен 1526 шақырым тамаша жолдар. Осының есебінен облыстың транзиттік әулеті одан әрі ұлғая түседі. Жергілікті маңызды бар және ауыл ішілік жолдарының да сапасы төмен болуы тиіс. Жергілікті маңызды бар жолдарының 81% жақсы және қанағаттандырлық жағдайда. 2020 жылы бұл көрсеткіш 84%-ға жетеді. Облыстық және аудандық маңызды 492 шақырым жолдар, сондай-ақ 108 елді мекеннің ауыл іші жолдары жөнелтіледі. Оған біз 40 миллиард теңге қазір бюджетімізге кіргізіп қойдық. Оның ішінде 12,5 миллиард теңге республикадан алдық, 27,5 миллиард теңге ол жергілікті бюджеттен бөліп қойдық. В прошлом году благоустройством и озеленением было охвачено 76 населенных пунктов. Обустроено 102 двора многоэтажных жилых домов. Отремонтировано 8 центральных парков. В 27 населенных пунктах обустроены спортивные площадки. Установлено 1200 опор освещения. В текущем году на эти цели выделено 10,3 миллиарда тенге. Видите, мы сейчас уже какими вещами занимаемся. Вот. И нам это позволяет
наши возможности. Планируется провести капитальный ремонт еще 7 парков, благоустройство 117 дворов и 27 спортивных площадок, 20 населенных пунктах провести уличное освещение. Ауылда, ауылды жерде қолайлы өмір сүру ортасын құруға ауыл ел бесігі бағдарламасы үлкен мүмкіндіктер береді. Бұл бағдарламаны халық өте жақсы қабылдады. Ол біздің облыс үшін аса маңызды, себебі халықтың 80% ауылдық жерлерде тұрады. Былтыр 7 аудан орталығында ауруханаларды, мектептерді, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық объектілерін және ауыл іші жолдарын күрделі жөндеуге 6,1 миллиард теңге сомаға 45 жоба іске асырылды. Алакөл, Балқаш, Ескелді, Көксу және Үйгір аудандарында 5 дене шынықтыру, сауықтыру кешендерінің құрылысы жүргізілуде. 2020 жылы 21 ауданда жалпы құны 14,4 миллиард теңгеге 37 жоба іске асырылды. Мына бағдарламаның арқасында барлық жерді абаттандыруға болады. Барлық баяғыдан көптен шешілмеген мәселелердің бәрін шешуге болады. Сол үшін мына әкімдер осының бәрін біліп жүрулерін керек. И ұсыныс жасап, бізден қаржы сұрап, жобалар жасау үшін сосын біз ар жаққа үкіметке шығамыз. Құрметті жерлестер, ауыл елдің алтын бесігі, ұлттың тамыры, әр адам үшін ауыл ыстық қасиетті мекен. Елбасының жарлығымен қайта құрылған Райымбек ауданының халқы ризашылығын білдіруде. Жақында іссапармен мен ол өңірге бардым. Аудан қарқынды дами бастады. Үш ғимарат қайта жаңартылып, аудандық, ауылдық әкімдіктер, қазынашылық пен салық қызмет орналастырылды. Жергілікті атқарушы органдар мен бюджеттік сала қызметкерлері үшін 37 үй тұрғын үй салынуда. Барлығы 111 тұрғын үй салынатын болады 1-2 жылдың ішінде. Аудан орталығының жолдары 100% жөнделді. Барлық орталық көшелерге жарық орнатылды. Қазіргі заманға сай дене шынықтыру, сауықтыру кешені биыл пайдалануға беріледі. Оның ол үшін біз 1,1 миллиард теңге бөлдік жергілікті бюджеттен. Мен ауданға барған кезде жастармен кездестім. Жұмыссыз жүрген 2,500 астам адамның туған өлкесіне қайтып оралғаны көңіліңізді қуантады. Дорогие участники сегодняшней встречи, как видите, бюджет нашей области максимально социально ориентирован и решает проблемы населения. И такой бюджет мы можем себе позволить благодаря стабильному росту экономики и открытию новых производств. С участием транснациональной компании «Лукойл» введен завод по производству смазочных материалов мощностью 100 тысяч тонн в год. 36,3 миллиарда тенге, 225 рабочих мест. Сформирован инвестиционный портфель, который содержит 422 проекта общей стоимостью 4,9 триллиона тенге. Созданием 40 тысяч рабочих мест. Среди них завод по переработке руды «Жетсу Вольфрам». Объемом инвестиций 94,5 миллиарда тенге. Птицефабрика «Примакус» стоимостью 40 миллиардов тенге. Цементный завод «Алацем» 47 миллиардов тенге. Мы его вот в марте или в апреле сдадим в эксплуатацию. Все эти меры позволят увеличить производительность труда в обрабатывающей промышленности в 2 раза, инвестиции в 1,6 раза, несырьевой экспорт в 1,8 раза к 2025 году. Облыс экономикасында агроөнеркәсіп кешені маңызды роль атқарады. Және осы салада жетекші позицияларды сақтау үшін барлық күш-жігерімізді жұмсаймыз. Ауыл шаруашылығы өнімін көлемі 852 миллиард теңгеге жетіп, 3,4%-ға өсті. Жыл сайын қант қызылшасы алқабын ұлғайта отырып, 14 мың гектарға, ал қант өндіруді 51 мың тоннаға жеткіздік. Инвесторлармен бірлесіп, Трастик шикізат өндеу үшін қант зауыттарын жаңғырту жүргізілуде. Бұл зауыттардың жыл бойы жүктеулеуін қамтамасыз етеді. Және 2023 жылға қарай елдің ақ қант
нарыққа деген сұранысын 70%-ға жабуға мүмкіндік береді. Мен арашан айтып жүрем, республика бойынша керектігі 480 мың тонна болса, 350 тоннаның өзін мына екі заводта біз шығаруымызға мүмкіндігіміз бар. Райымбек ауданында өнеркәсіптік картоп өндірісін дамыту жалғасуда. Біз 3 жыл бұрын өздеріңіз білесіз, СЗЦ ашып, 100 гектарға картоп еге бастағанбыз. Өткен жылы содан элиталық сорт алып, тұқым алып, уже 600 гектарға ектік. Биыл 5000 гектарға егеміз деп жерді дайындап қойып отырмыз. Бірде 6 есе жоғары және 300 центнерден урожайнысы болады. Сол сияқты қарқынды бақтар туралы айтуға болады. Олардың өнімділігі әдеттегіден 1.5 есе жоғары. 2018 жылы бірінші өнімге қарағанда өткен жылы алма 2 есе көп жиналды. 13.5 мың тонна. Животноводстве выросли численность поголовья скота и птицы, производство мяса, молока, птиц. В прошлом году введены 2 крупных мясокомбината «Империя Фуд» и «Каинда». Экспортировано 8 тысяч тонн мяса всех видов. С реализацией инвесторами из Германии проекта «Жет сухой» и вводом 3 птицефабрик в Илийском и Уйгурском районах экспорт доведем до 25 тысяч тонн в год. Нам очень большие тяжелые препятствия ставили по «Жет сухой». И были противники. Былай қарсы болмайды жерде деп айтқан адамдар болған. Но біз оны тастамай, сол инвесторлармен жұмыс істеп, и мемлекет басшысы Қасым Жомарт Кемелұлы Германияға барғанда сол жобаны көріпті, инвесторлар ұсыныпты. Содан келгеннен кейін маған звондап, мынау керемет, жақсы жоба ғой, осыны іске асырайық. Соған мен көмектесем, қадағалап тұрам деп айтты. Илия ауданынан жер дайындап, басқа инфрақұрылымның бәрін апарып, жағдай жасап, соны іске асыруға жұмыс жасап атырмыз. 4 миллион қой мен ешкіміз бар. Бірде бір өндіріс жоқ. Экспортке жіберетін етті. Тірі ретінде жібереміз. Ол дұрыс емес. Сол үшін мына жобаны тез біз салып бітіруіміз керек. Намечена реализация еще одного крупного проекта. Завод по переработкам мяса американской компании Tyson Foods с общим объемом 190 миллиардов тенге. И мощность его составляет 500 тысяч голов в год и создать 4 тысячи новых рабочих мест. Мына мощностын қарағанда көп адам шошиды. Ойбай, мына соншама малды қайдан табамыз? Қалай не қыламыз деп. Оның бәріне, если біз соны салып, Алматы облысына жасасақ, мы большую работу проводим для того, чтобы этот проект реализовался на территории Алматинской области. Они объехали весь север. Алмата тоже хочет, чтобы в Алмате построили этот завод. Но мы должны все сделать, чтобы этот завод был именно в Алматинской области. И конкретно я очень хочу, чтобы он появился в Талдыкургане. Это прекрасный, суперсовременный завод. Тогда весь Казахстан будет поставлять сюда мясо. А Tyson Foods – это компания номер один в мире по обеспечению мяса говядины. Но для реализации таких крупных проектов, они как кластерного такого склада, бірінен бірі жалғасып, сондай жұмыс орындар көбе берет. Соншама мал табу үшін откорм площадка жасауымыз керек. Алматы облысында оның мүмкіндігіміз бар. Для этого еще нужны поливные земли. Они сказали минимум 5 тысяч для того, чтобы высокопроизводительные корма выпускать. 80% посева кукурузы приходится на Алматинскую область. Это комбикорма. Нет уже на севере этого. Когда аяқ астында сондай не бар, не жем бар, корма есть такие. 90% сои у нас. Кроме этого, жаңағы айттым мен, сахарная свекла, мы сейчас уже там поставили суперсовременное оборудование, которое будет выпускать 100 тысяч тонн сухого жома, который может храниться
как вот в таком обертке, как голландский сыр, несколько лет. И дает до 2 килограмм привеса скоту за сутки. Мы его уже поставили, такое оборудование. Вот, раньше, вы знаете, его возили валом, в кузове, все там вытекало, и качество оно терялось. Поэтому нужны поливные земли. Мы подготовили проектно-сметную документацию на 40 миллиардов тенге по восстановлению ирригационных сетей. Вот. Привлекли 19 миллиардов тенге из Исламского банка. Они тоже обещают нам, что оттуда нам привлекут сколько надо денег для того, чтобы восстановить ирригационные сети. Самые большие протяженные ирригационные сети в республике Алматинская область. Мы имеем 1 миллион гектаров пассивных земель. Из них 460-470 тысяч гектаров поливные земли. Мы туда можем добавить еще порядка где-то 200-250 тысяч. Мы в этом году где-то 124 тысячи гектаров планировали себе. Но Касым-Жомарт Кемелевич в своем послании сказал, вы знаете, что не 1 миллион гектаров, а 3 миллиона гектаров поливных земель в республике должно войти в оборот. Поэтому мы должны свой объем тоже увеличить в 2-3 раза. Вот, 17 тысяч километров ирригационных сетей есть. 144 водохранилища есть у нас. Ну, емкости разных, от миллиона до 19 миллиардов копчегай. Поэтому как не нам в этом плане работать. В прошлом году восстановили 20 тысяч орошаемых земель. Завершили по нашей инициативе вот, реконструкцию Кызылагашского водохранилища. Теперь уже там идет накопление. Вот недавно я пролетал, уже глаз радует. Там где-то порядка 12 или 11 миллионов кубов воды уже накопилось. Плотина полностью восстановлена. А под ним лежит вот 7 тысяч гектаров прекрасных земель, где можно выращивать вот эти культуры. Поэтому до 2025 года, всего лишь осталось немного, мы вовлечем в оборот дополнительно еще 135 тысяч гектаров поливных земель. Все это даст мультипликативный эффект и мощный импульс развитию агропромышленного комплекса. И в текущем году мы уже с учетом нашего темпа роста ежегодного, я только что вам сказал, что мы 848 миллиардов тенге достигли объем сельскохозяйства. 4-5 шилбурнул, 3-4 гасында болатын. В этом году мы спокойно можем сделать 1 триллион тенге Алматинской области в сельском хозяйстве. Это очень солидное, я думаю, достижение будет. И экспорт переработанной продукции, если будут вот такие вот, как Marvin Food, это глубокая переработка казахстанского зерна, Империя Food, глубокая переработка нашего мяса, жаңағы қайынды Бауыржан Оспанов сделал, еще другие ребята здесь у нас в Балхашском районе есть. Сейчас вот эту компанию вовлечем, тогда именно экспорт казахстанский будет не сырьевой, а именно продукция, переработанная с маркой, сделанная в Казахстане, конкретно Алматинская область. Вот. И он вырастет до 112 миллионов долларов США и достигнет с ростом на 23%. Это все реально, и мы его посчитали. Повышение устойчивости экономики значительную роль играет малый и средний бизнес. У нас сейчас 122 тысячи субъектов. Налоги от них выросли в 1,3 раза и составили 113 миллиардов тенге. Предприниматели области получили государственную поддержку на 11,8 миллиардов тенге. Доля малого и среднего бизнеса в региональном продукте ВРП, республика ВВП считает, когда я в Астане докладывал, вот, нам ставили задачу 28%. Мы достигли 32%, видите, больше. И мы где-то 4-5 лет были снизу последние, на сегодняшний день мы сверху третьи. После вот таких крупных городов, вот третий Алматинская область, это мы сделали вместе с региональной палатой Атамекен, вот с нашими бизнесменами. И когда начинал работать, я говорил, что Акимов буду оценивать по тому, как доля малого и среднего бизнеса в общем поступлении налогов и в производимой продукции.
Вот 32%, республика 28,4%. Это неплохими темпами у нас идет развитие туризма, вы знаете. Вот. Превысило общее количество оттуда посетивших людей нашу область. 2,3 миллиона человек. В прошлом году 1,9 было. Услуги выросли в 1,2 раза, 16 миллиардов тенге. В этом году мы наконец добились, начнем реконструкцию. Вы знаете, мы там построили терминал, теперь реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Вот, часть денег мы берем на себя, где-то 2,7 миллиарда. 4,1 миллиарда мы выпросили, я был у премьер-министра, он мне при мне дал конкретное задание, министру и вице-премьеру, что выделили деньги. Тогда туда будут прилетать, как в Анталию, вот эти вот большие самолеты, чартерные рейсы, особенно с Сибири. Вот. Наконец-то выделили нам деньги, уже в бюджете доложено. Это для строительства сетей водоснабжения, канализационных сетей водоотведения, вот, и переукрепительные работы на озере Алакуль в районе поселка Ахчи. Вот. Там очень много сейчас хороших санаториев, но они все работают на септике, надо централизованные канализационные и очистные сети строить уже. Это уже не какой-то это небольшой поселок Рыбацкий, а это уже центр туризма. Там все должно быть цивильно. Это даст более комфортные условия отдыхающим, количество которых в этом году, мы думаем, возрастет на 1,5 миллиона человек. 2019 жыл жастар жылы болды. 18 спорт орталығы ашылды. Талдықорған қаласы мен Қаратал ауданында 4 студенттік жатақхана салынды. Барлығы 1968 орындық 10 жатақхана салуды жоспарлап отырмыз. Біздің мақсатымыз жастарды жұмыспен қамытудың. Өткен жылы 23 мың жас адам қамытылды. Оның ішінде жас кәсіпкер жобасы 1663 адам оқытылды. Ағымды жылы еріктілер жылы болып жарияланды. Және біз оны облыстық форум өткізуін бастадық. Облыста барлығы 19 еріктілер ұйымы бар. Олардың ресурстары әлеуметтік мәселелерді шешуге кеңінен қолданатын болады. Для обеспечения общественной безопасности в 2019 году на укрепление материально-технической базы органов внутренних дел выделено 4,3 миллиарда тенге, закуплено 136 служебных автомашин для участковых инспекторов полиции. В этом году закупим еще 72. Построено 178 участковых пунктов полиции, совмещенных с жильем, из них 16 в прошлом году. Осталось достроить 43. Тогда мы полностью всех обеспечим жилье и служебное помещение. Такого в республике нету. Вот. Установлено 1268 камер видеонаблюдения. На 2020 год выделен 1 миллиард тенге на установку еще 250 камер в Карасайском районе, Панфиловском районе и в городе Текеле. Благодаря принимаемым мерам количество преступлений снизилось на 17%, но, к сожалению, количество ДТП у нас растет и выросло на 4,8%. Мы эту работу будем дальше продолжать. Хотел бы еще немного остановиться по городу Талдыкурганов, все-таки областной центр. Как видите, население города растет, уже достигло почти 180 тысяч человек. Большая очередь на жилье сохраняется, поэтому основной упор делаем на строительство жилых домов. Так, в 8-м микрорайоне начнется строительство 24 многоэтажных жилых домов на 782 квартиры, из них 7 будут сданы в этом году. Вот, вы заметили, дальше Салтанат Сарай все остановилось. Вот, все земли розданы были. Вот, много было вопросов по выкупу, по проектированию, по защите в республике. Наконец это дело сдвинулось. Сейчас буквально в этом году там вырастут, уже начнем копать каркас, еще 24 жилых дома. Это еще один такой большой микрорайон. Но в связи с этим возникает необходимость строительства школ, вот, на 1200 мест и детских садов. При рассмотрении в Акимате я это дал задание. Немедленно надо руководству города и моим замам заниматься вместе с областным управлением образования. За счет спонсоров, кроме того, в Талдыкургане мы будем строить 22 дома.
Один из них в восточном микрорайоне на 726 квартир. Это все будет соответствовать программе Ельбасы 7-20-25. Вы все знаете, в прошлом году мы построили в коттеджном городке 115 домов, представили их в первую очередь многодетным семьям. В этом году сдадим 403 коттеджа. Здесь живут многодетные семьи, детей много, поэтому мною дано поручение школу, которую они проектировали на 600 мест, сделать 900, построить детский сад на 280 мест, также установить две детские площадки, футбольное поле, провести полностью обустройство всей территории, чтобы там и торговые тоже объекты были, и объекты сферы услуг, чтобы люди не ходили. Вот. Со временем, я думаю, жители этого коттеджного городка будут жить в красивой, современной парковой зоне. Вот. И кроме этого, наш город украсит два объекта, которые станут архитектурным украшением нашего и так красивого города. Это общежитие Жетсуевского государственного университета и крытый плавательный бассейн. Вот. Вокруг этих красивейших зданий, которые должны гармонично вписаться в архитектуру нашего города, должно быть соответствующее благоустройство. Например, общежитие можно было сдать и в феврале, и в январе. Но я специально, мы его не сдаем, это местный бюджет. Вот. Мы хотим сдать, чтобы вокруг него было красивое благоустройство, чтобы люди видели. И видите, город как красиво это здание украшает. Соның бәрімен надо заниматься. И вокруг плавательного бассейна то же самое. Хотя уже сколько мы строим, но ни руководство области, ни мой курирующий зам не можете мне до сих пор показать, вот, куда мне шығатын проект по благоустройству. Вот, скоро сдадут этот объект. Вы еще до сих пор у вас проекта нету, который вы будете сдавать на экспертизу. В этом я делаю вам большое-большое замечание. Так не бывает, чтобы телега шла впереди лошади. Немедленно займитесь. И вот новый архитектор области, мы его приняли на работу, опытный человек, в республике работал, Таня Берген, был директором департамента архитектуры и градостроительства, конкретно займись этим. Собери лучших ландшафтников, лучших архитекторов. Слушай, вчера принесли мне какую-то билиберду, страшные светильники, страшные скамейки, узкие метровые тротуары какие-то. Слушай, и ялмай соны маған көрсетіватыр. Такое уникальное здание строится. Мы скоро завершим. Они до сих пор ходят с этим вопросом. Немедленно займитесь. Акиму города то же самое. Большое тебе замечание в этом плане. Вот здесь вот чувствуется, что ты всю жизнь не строил, а курировал. Контролировал тоже. То есть строительство. Кроме того, необходимо заняться обновлением городского транспорта. Можно использовать механизм субсидирования частных извозчиков. Хватит уже, слушайте. Единственный город, наверное, страшные автобусы ездят. Ушел Волдумин Айтханман. Давайте, я дам деньги, купим автобус. Или будем субсидировать вот, автобусы, которые. Заключите с перевозчиками хорошими. Нет, привлеките туда спонсоров. Когда мы в Кустанае были, они готовы. Для нас приготовили 70 автобусов, суперсовременных, вот, нашего производства. 3 года не можем купить. 3 акима было, 3 я уговаривал, говорю, давай, организуйте это дело. Баяғыдағы Ализаде, Сәкен Имандыбосын, сонымен бірген автобустар, сонымен бір жағынан металлом закрыт стекло, бір жағынан этим, как его, картонкой закрыто, сонымен по городу ездим. Неужели это такая большая проблема? То же самое, немедленно решите и внесите предложение. Каждый раз говорим, сколько надо денег. Уважаемые жители области, подводя итоги, хотелось бы отметить, что с прошлого года активизирована работа населения в рамках концепции слышащего государства. В первую очередь надо решать социальный вопрос. Как вы заметили, я свой доклад тоже начал с социального блока. Всегда мы начинали Алшарашлыктан, Вондерстен, Курлыстан. А вот что вы говорите, алюминиевых салонов мы бастадим. В первую очередь надо решать эти вопросы. Как вы заметили,
Я сказал, что провели 778 отчетных встреч с населением акимов всех уровней. Я объехал все районы. Бұраудан айтатын, болған жоқ істе. Бәрлік аудандарда болды. И практически все районы, где встречался с населением, проводил прием, участвовал на отчетных встречах пяти акимов районов и городов. Жаңа диктор айтқанына соған мен неғыватым. Дұрыс емес. Это я в завершении, где аким отчеты все жерде болдым. А былай бәрлік ауданда болып, халықпен кездестім. Все вопросы, принимаемые, поднимаемые населением, правильные, их надо решать. Қазіргі уақытта 2021-2025 жылдарға арналған аумақтарды дамыту бағдарламаларды жаңа форматқа әзірленді. Онда жеке қабылдау барысында бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік жүйелер арқылы азаматтар тарапынан көтерілген барлық мәселелерді ескеріледі. Құрметті жерлестер, облыстың әлеуметтік-экономикалық дамуын тұрғындардың әл-ауқатын арттыру үшін алдымыздағы қойылған нақты міндеттерді орындаймыз деп сендіргім келеді. Назарларыңызға рахмет. Переходим к вопросам и ответам. Сұрақ қойушыларға микрофонды кезек-кезегімен ұсынуды сұраймын. Здравствуйте, Мамда Галасович. Я, Егенбердиева Майра Тикаликовна, директор Илийской центральной районной больницы, депутат районного маслихата Илийского района. Ну, мы знаем, ежегодно у нас идет, увеличивается количество родов, растет рождаемость. Всем известно, что в Жамбылском районе заканчивается строительство роддома. Мне бы хотелось задать вопрос вам по поводу строительства родильного дома для женщин Илийского района. В смысле, будет или не будет? Да. Мы сейчас в этом плане очень хорошо работаем и применяем принцип ГЧП. Вот сейчас мы с BI Group уже проект приготовили, просто я пока не начинаю. Вот в соседнем районе у вас, в районном центре, они начнут такую же больницу строить. Второе, как то, что вы говорите конкретно Илийский район, я знаю, что это не наша инициатива, инициатива тех людей, которые к нам приехали, это бизнесмены из Катара. Вот, из Катара, я сейчас забыл, 18 миллионов долларов, кажется, да? Да, да? 18 миллионов долларов, да. Они выделяют деньги нам и за счет своих денег хотят в Илийском районе построить роддом. Добрый день, Аманда Габасович. Хакимов Рустам, председатель Ассоциации развития внутреннего туризма. Член регионального совета палаты предпринимателей. Как вы уже отметили, у нас очень богатые природные климатические условия. И сейчас хотелось бы сделать акцент узко на городе Талдыкурган. У нас есть уже частично проработанный проект с акиматом города по поводу строительства многофункционального комплекса туристического. Есть частный инвестор на правах государства-частного партнерства. Хотелось бы получить от вас благословение данному проекту и попросить дать конкретные поручения акимату города, чтобы вопрос достаточно оперативно начал двигаться. Была создана рабочая группа. Это основное предложение. Спасибо. Если вы что-то такое внесете и свой вот этот проект мне покажите, да, что за счет этого именно увеличится поток туристов. И вокруг него, естественно, говорят же, на одного туриста работает минимум 7 или 10 человек, да? Вот. Давайте вместе построим. Вопросов нет. Построим, я вам помогу. Вот то, что даже про наш парк Жастар, про нашу набережную, да? Про другие вещи уже в других городах говорят. Про наш театр вообще. Вот. Поэтому с удовольствием, тем более я вас знаю, вы люди слова, дела, и давай вместе это реализуем. Я вот при вас даю поручение, где Абдраимов? Абдраимов где? Вот занимайся с ним, и ко мне принесете, покажете. Хорошо? Мы вам, как обычно мы всегда делаем, всю инфраструктуру сделаем. В Татарстане видел набережную? Я сказал, у меня хватило ума вот на то, что вот то, что есть сейчас сделать. А там я видел, кроме этого,
Какие красивые там пункты питания сделаны там, да? Вот. Там достроить красиво. Бревнями Багдад Карасаев хотел. Ну, такой колхозный вариант построил. Потом я сказал, снести. Надо на уровне делать. Делать так, чтобы было солидно. Керемет Пос, давай приглашите. Несите. Амансыз ба, қадырлы атамыз. Сіздің алдыңызға мен Талдықорған қаласының тұрғынымын. Әрең жеттім сізге. Айсып жайлы. Алланың қалауымен әп-әйбет мен аз қамтылған отбасына жатам. Әп-әйбет алып отырдым, алдыда қысқартыстады. Жаңағы жолдасымның қайтыс болды деп 46 мың теңге аламын, Аллаға шүкір. Соны доход, сіз жұмысқа шығыңыз дейді. Мен жұмысқа шықсам, балаларым екеуі де садикте. Біреу ауырлап қарайтын адам жоқ. Соны қарайстырып беріңіздерші, сізге бас ием, көмектесіңіз шымаған. Сіздің алдыңызға кіру үшін... Түсіндім, түсіндім. Рассмотри, всех подряд тоже нельзя. Давай, выходи на работу, не будешь айс получать. Если действительно по уходу некому, она же не может няньку нанять. Или бреду кеп от отрасли. Она же где кордонго, трагедия случилась. Добрый день, Алмандык Габасович. Меня зовут Тимур Елюсизов, я занимаюсь вопросами экологии. Долгое время вот мой отец тоже возглавлял и возглавляет вопросы, поднимает. Вот, мы уже долгое время занимаемся вопросами Балхаша, и мы знаем очень большой то, что вы вклад вносите вот именно прочистку рек. Это огромный вклад, потому что мы уже давно потеряли Балхаш. Ну плюс у нас еще ряд других проблем есть, да? В этом году мы опять деньги выделили, притом большие деньги выделили, да, на расчистку русла. Вот. И вот в том году мы вот благодаря внутренней политике провели круглый стол по вопросам Балхаша. Вот в этом году планировали провести Балхашский форум. И также планируем провести Балхашскую регату, в которой мы уже 20-й год в этом году будет у нас юбилей. Плюс к тому мы хотели бы приурочить ему к году волонтеров. И сделать именно большое массовое мероприятие с участием волонтеров разных стран. И вот... Мы хотели бы обратиться к вам за поддержкой, именно совместно проработать этот план и осуществить его в мае. Вот. Ну вот основные такие проблемы. И хотел бы еще обозначить такую ситуацию, то что в Алматинской области сейчас очень-очень, как бы сказать, с расширением дорог и новых инфраструктур сносится очень большое количество деревьев. И хотел бы тоже, есть ряд предложений по восстановлению лесов, парков, и вот если будет возможность встретиться, обсудить. Хорошо. Есть конкретные предложения. А, вот Рустем, Жанар Месси в этом плане, в этом году уже новый, другой подход сделать. Поняли, да? Конечно. По регате. Видишь, с учетом волонтеров. Год волонтера. Эко-регату. Да. И чисто экология тоже самое. Сейчас много значений придается. Надо сколько денег. Вот сейчас будем пересматривать бюджет. Посмотрите. И он говорит уже в международном масштабе хочет проводить. Это тоже учтите. И я в прошлый раз, когда я был, я вот эту дорогу обещал вам сделать. Да, да. Сделали да, ее, да. Нет? Я, честно, там не был сейчас зимой. Ержан должен знать. Ержан, она, где Капчагайда, она не где-то все смогла или где? Со жолды. Изучи, посмотри. Еще вот один момент, Аман Григорьевич. Да. Вот у нас есть, получается, по... Аким, Капчагай тоже должен знать. Там получается вот где Тангалытас и вот эта крепость, да, а между ними, ну, очень большое расстояние, если объезжать. Вот если была бы там переправа или какой-то такой пешеходный мост, мы бы тогда увеличили трафик туристов. Это вот как раз на внутренний туризм тоже повлияло именно. Ну, подумаем, да. Ну, такой небольшой. Хорошо. Спасибо. Салемет Сузи, Аман Габасович. Менің атым Қыдыралина Жарболат. Жігер қоғамдық мүгедектер қоғамдық бірлестігінің басшысымын. Біз 2016 жылы магазин «Все за спасибо» штук, который работает на благотворительной основе. И по сей день мы работаем. У нас работают в основном все инвалиды. Мы в этом году написали письмо в Горсовет для выделения нашего социального проекта трудоустройства, обучения инвалидов. Мы хотим, чтобы нам выделили средства, денежные средства, и не каждый год на один проект. Пусть выделяют каждый год разным НПО, потому что это получается одно НПО работает, остальные вот следом сидим, мы молчим уже. И второй вопрос у меня.
Знаете, мечта уже 2017 года. Я хочу открыть цех по утилизации переработки текстиля. Потому что в нашем магазине есть вот эти вещи, которые не нужны. Они лежат, залеживаются, и когда они лежат даже в мусоре на свалках, они, оказывается, свои какие-то вредные вещества шығарады екен. Сондықтан біз осы Талдықорған қаласынан да, Алматы облысынан жаңағы цех ашсақ па деп отырмыз. Текстиль перерабатывать етеді біздің Қазақстанда жоқ. Оның ішінде не синтетика көп қой. Синтетика көп, да. Вот давайте, она не по НПО и по грантам. Давай решайте, что дадите. Одни получают, одни не получают. Анализируйте, смотрите. Кириллс как раз на Бахчан. Харай, кумикисет, жарай ма? Кроме этого, я для сведений. Второе, для переработки цех хочет открыть. Помогите. Там уже можно микрокредит дать. Под вот это, через управление, где предпринимательство? Вот управление предпринимательства было... Данное задание, они еще до сих пор отрабатывают. Нет, что, я тяжело, что? Балаевой. Давай быстро решайте. Надо, чтобы вот они обратились туда, чтобы мы вот это все вели. Я каждый понедельник вас спрашиваю, слушай, когда вы эти микрокредиты раздадите? Вот такие люди, видишь, нуждаются, не могут получить. Шешендердова. И не, еще я хочу просто для сведений сказать, и вот для всех. Очень много ко мне людей обращалось, говорили, чтобы открыть в Талдықорғане центр МПО. Понимаете? Да. Чтобы их в одно место. Мы думали, когда вот этот Атамекен построили, но он, она, астындағы төменгі бөлмелер аз. Бәрлігі ол жерге сыймайды. Мен неправильно недавно Капчағайда болдым. Капчағай бывший детсад на 280 мест. Она былай группы, группы, группы. И они его поделили и дали представителям МПО. Они там даже милым немереме куклу подарили, которую они сами делают. Там инвалиды сидят, ЦРБ. Верно, задействованы. Представляете, когда керемет. В одном месте массаж делает. Сонда нені, и мен содан кейін келіп, тапсырма бердім. Талдықорғанда, давайте вот здесь вот где-то жер берейік, жақыз жерде, красивый центр МПО построим. И туда всех вас, МПОшников, бесплатно вам дадим там помещение. Что вы реализовывали свои вот эти вот идеи. Да. У нас работает социальная прачечная. Кивролеры, кордонзо, подвале сидят. Да. Мы 12 женщин с инвалидностью сидят, у нас работают. Все, вот как раз кумики 77 адамдара. Здравствуйте, я Елена Ульвата. Мы уже с вами встречались. Житель Ескелдинского района села Карабулак. У меня к вам две глобальных темы вопросов. Первое, я вам уже говорила, в конце 2019 года, в декабре, мы встречались с вами, я поднимала вопрос о пешеходных переходах в Карабулаке. Особенно вот где мелькомбинат, пешеходный переход. Действий никаких нет. У нас в феврале уже опять две аварии, сбили опять 16-летнего ребенка. Действий нет. После того, как я сказала, что я пойду сюда к вам и озвучу это при всех, да, немножко зашевелились, начались обещания. Обратите, пожалуйста, внимание на вашего руководителя области по дорогам. В прошлом году он мне клялся, божился, все делаю, только чтобы мы не подошли к микрофону. У нас жители, мы вчера собирались, жители, мы выслушали, да, были представители власти у нас. Люди просят, ну сколько еще надо смертей на этом пешеходе, сколько случаев, чтобы там поставили эти камеры. Это же не миллиарды. Это первый вопрос. Второй вопрос. Мы живем в селе. Мы должны садить огороды. У нас практически в Карабулаке нет арычной системы. Люди не могут посадить огород и поливать его. Хорошо. Обратите, пожалуйста, на это внимание. Понял. Мы живем в селе, нам нужны огороды. Начнем с этого. Вот Сарыков. Где Аким Равит? Что, не можешь? Брать, пожалуйста, маған, слушай. Ханша мамен сұрадым. Нигер Александрович, что тебе помочь-то? Андрей Иванович, мы комиссионно обследование арыков провели, ну, соответственно, с Нуротаном, с секретарем Маслихата. Весной мы будем проделывать работу там по арыкам. У тебя там деньги, просто, деньги есть? ПСД есть у тебя? Андрей Иванович, там некоторые незаконные постройки
именно по рукам прошлись, мы сейчас... Ну ладно, что ты начинаешь, за что цепляться? Некоторые, ну копался, яки и волок. Совместно с РОВД мы отрабатываем. Вот я тебе поручение даю. Я понял. Срочно займись этим вопросом. Понял, Аманда Гульевич. Чтобы, действительно, там где-то порядка 24 тысяч, кажется, населения живет, да? Много, много. Я почему помню, султан, когда акимом там был, Мырзахмет, он все писал, просил название города, да? Да? Карабулак. Поэтому займись этим вопросом. Есть переход, Жан, пожалуйста. Теперь по переходу. У нас есть несколько вот таких проблем было. В целом по области. Видите, пока мужик не перекрестится, пока гром не грянет, и то, видите, мы в этом начали строить в Семалгане, когда люди погибли там. Кроме этого, я все время говорю, республиканская дорога возле Копчегая, где переход на военный городок. Да? Я... Тяжелое это место. Потом Ниле, она в Ембеш-Хазагауданда, то же самое, где маловодные, там страшные вот это. И вот Карабулаки. Подумай, вот, аналар республиканская, это внутрипоселковый наш. Ахсма? Вот Ниле внеси предложение. Сейчас мы вот в этот раз внесем и подумаем решим. Но потом ты им дай результат и скажи, что вот да, деньги выделили, начали что-то делать. Есть, понял. Меня зовут Жанна Ахметова. Здравствуйте всем. Я здесь представляю Республиканский совет по защите прав детей. В сентябре мы объехали, значит, всю область, мониторили состояние интернатов, школ и так далее. Мы с вами встречались в конце октября тоже по этому поводу и обнаружили достаточно большое количество интернатов, где... очень, так скажем, мягко скажем, плохие условия для жизни детей. Вы тогда дали поручения, я знаю, в области. Хотела бы узнать, как выполняются эти поручения. Я, во-первых, благодарен, что сегодня приехала. Мы вместе сделали очень хорошее дело. Жанна мне позвонила, сказала, что простая учительница в селе Лепса, да? Матай маленькую девочку спасла. Ну, я ей сказала, говорю, ты не просто того подлеца посадила, а ты спасла две жизни. Почему? Потому что от безысходности дети идут на суицид. У нас в области, к сожалению, таких фактов не было. И Жанна мне в этом плане помогла. Я ее пригласил, с ней поговорил. Вот. Я не буду вот там дальше эту тему говорить. Неприятно, да, тем более. Поэтому спасибо, Жанна, за вот эту нашу совместную работу. По интернатам. Я когда был в Талгарском районе, вот эта 4-я школа-интернат в городе Алмате, который находится, вот, там действительно учебная часть, она отремонтирована. Но там, где дети живут в страшном состоянии, ты стеснялась сейчас говорить это слово, там действительно в страшном состоянии. Я туда послал комиссию, разобрался. Кроме этого, другие интернаты все обследовали. И я дал поручение, чтобы срочно делали. В первую очередь на материально-техническое обеспечение там не надо сметы. Выделяешь деньги, покупаешь то, что вот, необходимо на сегодняшний день. Кроме этого, все это ремонтировать, приводить в порядок. Эта работа уже началась. И недавно я был в Аксуйском районе, там видел школу. И там построили интернат пришкольный. Много лет его не ремонтировали, почему говорили, что для капремонта очень большая сумма, не выделяли деньги. Шихимова, да, школа? Школа Шихимова. И там интернат можно вот возить таких людей и показывать. Какой прекрасный интернат. Как дети живут не хуже гостиницы, там, 3-4 звездочные. Рекреация есть, домброй занимаются, песни поют. Баню во дворе построили. Теплицу построили. Это дети наших фермеров, чабанов, которые живут на отгонах. Ничуть не хуже живут, я там видел. И вот до такого уровня должны мы довести все эти школы-интернаты. Но придет время, я думаю, Жанна, мы вас пригласим, объедем вместе вот эти все объекты, где вы были, вот, и проведем все в порядок. Хорошо, спасибо. Апасулы, мен Түркістан облысы Арыс қаласынан келдім. Атым Роза Абдраманова Тастайқызы.
сіздер кешегі мына біздің басымызға түскен алапат жағдайда біздің жанымызда болдыңыздар. Біз Сырдария елді мекені Арыс қаласының бір бөлігі едік. Сіздер келіп біздің қираған үйлерімізді қалпына келтірдіңіздер. Және жаңадан құлап қалған үйлерді салып, күрделі жөндеуден өткізіп, өте бір жақсы керемет жұмыс жүргіздіңіздер. Сіздің осы 19 жылғы беріп атқан есеп беру қалпымен кездесуіңізге мен арнайы Арыс қаласынан келіп, Арыс қаласының әкімі Қадырбек мырза Мұрат. Сосын Нұр отанымыздың Ерлан Маханов деген жігіттерімен ойласа отырып, өзіміздің халқымыздың атынан арнайы сізге сәлем беріп, мынау Алматы облысының бізге жіберген әрбір қаражатын, азық түлігін, киім кешегін бәрін бердіңіздер. Біз қазір жаңа үйде 2020 жылы қарызы алып, өте қуанып, бақытты өмір сүріп жатырмыз. Сізге сәлем беру үшін, халықтарыңызға рахмет айту үшін осында келіп отырмын, арнайы келдім мен сіз үшін. Қазақ халқының осыншалықты мейірімді екеніне, қандай бір жағдай басына түссе де бұқалмай, мойымай бір-біріне көмек бере алатынына мен өзім көзім жетті. Сізге рахмет. Мен өте ризамын, что біздің құрылысшыларға сондай жақсы сол жақтан сәлеміңізді жеткізіп, жақсы тілектеріңізді айтқаныңызға. Бізден де сол халыққа, сол жердегі жергілікті адамдарға бәріне бізден сәлем айтыңыз. Көрдіңіз ба, қандай керемет. Қасым-Жомарт Кемелұлы өзі бәрін көріп, әр облысқа тапсырма беріп, елбасы оның бәрін қадағалап отырып, вот мынау ауызбіршіліктің арқасында. Здравствуйте, я из города Жаркент, меня зовут Садымбекова Жумагуль. Уважаемый Амандык Габасович, в Панфиловском районе, вы знаете, поля фильтрации построены в 60-х годах. Куда в сточные воды вливаются не только организации и частные, и многоэтажные дома, не только города Жаркент, но и села Головатского. В полях фильтрации расположены 42 чека, из них 39 заполнены сточными водами. В летнее время, в жаркую погоду, едкий запах сточных вод распространяется по всему району. И к тому же есть риск, что в любое время сточные воды могут прорвать дамбу и загрязнить реку Усёк, и что приведет к дальнейшему к экологическому, экологической ситуации. И в связи с этим просим вас оказать содействие в разрешении этого вопроса, выделить денежные средства для строительства полей фильтрации в нижней части села Чулакаль. Я вообще этим вопросом, мы же занимались. Первое, я сказал, там основной, кто сброс делает, туда. Понятно, город большой. Кроме этого, основной это вот это крахмалопаточный. Они должны были свои очистные сооружения строить. Строят они или нет? Вот, проследи. Кординг, да, это уже будет они очищенную воду сбрасывать. Раньше они без этого, у них не было очистных сооружений. В первую очередь я им поручил. Оны мен баяғда, еще когда замом был, на Ермек, Ерекеңмен бірге барып көргем, Ереке, помните, вы мне показывали, да? И теперь вот эти поля фильтрации, практически их не очистишь. Я в прошлый раз сказал, решите вопрос, где у нас ЖКХ. Решайте вопрос по его, по захоронению, рекультивации. И, да, смету сделали? Сумма какая? Да. Видите, мы эту работу ведем постоянно. Но она просит теперь, подожди, мы ее закроем. А новые поля фильтрации? В этой сумме все. Там есть, да? В этой сумме, да. Это в одном проекте. В одном проекте. Все, работа идет. Людям передай, что мы ее знаем. Потому что это үлкен жоба, оны бүгінде шеше алмайсың. Тадами не решался. Яхсма? Рахмет көп көп. Здравствуйте. Меня зовут Дамир Камратов, я житель города, вот того района, именно где мы сейчас находимся, новой части юго-западного района. Вот вы сказали, что детские сады, школы здесь запланированы, строительство, потому что здесь большое количество людей, вот у нас этого нехватка. Но это все понятно. У меня вопрос, вот,
как будет с центром обслуживания населения, с ЦОНом? Потому что ЦОН один на весь город находится в центральной части города, и мы вынуждены все туда ездить. Если, насколько вы знаете, я уверен. Хорошо, спасибо. Недавно даже это, вот есть у нас один парень, блогер, вот, он думает, может, я наоборот, он у меня как нештатный такой помощник стал. Вот. Утром я каждый раз смотрю, я пример приводил, вот вокруг вот этих фонтанов, которые мы на площади сделали, Куктемненгейн, то, что там брусчатка поломалась, баска, я от него увидел. Вот. Сразу сам сходил, посмотрел, потом своим помощникам сказал, немедленно приведите порядок, я отмес воде. И вот, вот этот пацану я тоже увидел у него. Он показывал, что там загруженность. Я потом тоже на совещании спросил, вы сказали, сколько в день? 1000, 1500 человек обслуживает. Когда-то мы его построили, когда понятие ЦОН было только вот, чтобы все вот эти, был, да? Народ, она ситке коммунальная, мнажаха, архитектура, мнажаха, она неге, басхабртага, сонда, нелерге, бармасын, чтобы все объединить в одно место, и одним идейным вдохновителем была Загипа Яхьяевна, это, как ее, Балиева. И вот этот ЦОН, я когда замом был, мы его построили за счет, чтобы быстро построить, за счет точно так же привлеченных денег. Новый микрорайон у нас вырос. Там мы должны, и поликлиника должна быть. Поликлинику мы встроенную вот построили, очень хорошо, 320 посещений. Я все время говорю, давай торговый центр, чтобы там люди. И то же самое назрело необходимость там строить второй ЦОН. Я уже дал задание, чтобы начали место определили и начали проектировать. Ты понял, да? Мы это выделим городу. Ты понял? Мы городу деньги выделим. И вот в этот же Неглганда, Усыншаса, вот в это уточнение. Очень правильный вопрос. Вот это дурс. Спасибо. Там один раз, когда мы были, там тоже сидят, особенно когда вот это АСП, басқа не болғанда, кішкентай балдармен бәрлігі тығылысып там невозможно. А когда-то казалось, он шикарный такой. Время идет, я айттым го, 180 тысяч населения уже. Уже надо все должно быть. Алматыға басыз. Саламатсыз ба? Болат Қуат, Алматы облысының ЖСДП, ОСДП партиясының филиалының төрағасы. Осы өңірдің Жамбыл ауданында Бірлік деген ауыл бар. Естіген боларсыз. Соның тұрғындары 2009 жылдан бері шуылдап жазбаған жері қалған жоқ. Әлі де жолдарды жоқ, суларды жоқ, интернеттерді жоқ, газдарды жоқ. Сол мәселені сұрайын деген, осы Жамбыл ауданының әкімшілігі не атқарып жүр? 2009 жылдан осы өзінің тікелей жұмыстарын атқармай. Әлі де ештеңесі жоқ, сол тұрғындар біздің партияға арыз жазған еді. Сол мәселе бойынша сізден тыңдайын деп едім. Қашан жасалынады бұл жағдайлары? Өте дұрыс, мен өте қолдайым, өсетіп айтқаныңызға. Барып, именно, раз тем более это ұсыныс и сұрақ менің есебімде қойылып атыр, соның бәрін қарап халықпен кездесесін. И это Ғалмұрат, пошлёшь туда не просто, чтобы он сходил, а вместе с этим нашим телевидением. Понял, да? Я потом, чтобы это все увидел через эту жетсу. Адамдар... Я жаңа баған айтым ғой, мен әкім болғанда я постоянно сходы проводил. Не просто келіп бір-екі адаммен кездесесің, а сход проведешь. Түсіндің ба? И келіп маған барлық жаңағы керек заттың бәрін айтасың, и на особый контроль и көмектесеміз. Жарай ма? Здравствуйте. Меня зовут Бахтиярова Елена. И у меня такой вопрос. Всем известно, что у нас постоянно идет рост цен на продукты питания. И хотела бы узнать, у нас как-то регулируются цены на социальный хлеб? Как это проходит вот именно по нашей области? Обязательно. Цены, у нас есть определенное количество продуктов, которые мы постоянно мониторим. И на них определяется, раньше утверждался правительством
утверждается, да, пороговые цены. Выше них не должно быть, ниже можно. Если выше порогов цен идет, это значит, уже людям будет тяжело. Вот. В связи с их доходами. Но на особом контроле находится, конечно, хлеб. На особом контроле. Вы знаете, когда в прошлом году, в связи с тем, что урожай был плохой в северных регионах, там только Северный Казахстан, кажется, более-менее сработал, в связи с тем, что резко поднялась цена на зерно, и начала везде подниматься цена на хлеб. Именно тот хлеб, который социальный хлеб, вот, который мы мониторим, и в этот список, который входит. Тогда мы, вот то, что мы можем сейчас работать так, что многие вопросы можем решать за счет собственных доходов. Раньше наш СПК был все время в долгах. Постоянно там были проблемы, уголовные дела, всякие вот эти. Сейчас наш СПК работает, и то, что мы в сельском хозяйстве, мы через сельское хозяйство СПК довели до такого хорошего состояния. Около, в начале, в конце прошлого года он сказал мне, доложил с курирующим замом, что Аманды Гаваш, мы в целом на счету СПК имеем около 2 миллиардов тенге, да? 2 миллиардов тенге. Что мне делать? Мне его возвращать или что? Бюджет. Но я вам только что сказал, что бюджет области составляет 509 миллиардов тенге. Собственные доходы 229 миллиардов тенге. Ну и что он там, 2 миллиарда мне туда вольет, она куда-то исчезнет. Я сказал, пусть у тебя будет, когда необходимость появится, будешь делать интервенцию на вот эти вот продукты, когда цена поднимается, мы ее закупаем по более дешевой цене и выбрасываем на прилавок. И в этот момент надо было нам решить проблему разницы стоимости муки, которую получаем с этой зерна, и дать его пекарям оплачивать. И мы взяли 260 миллионов тенге, выделили и решили одним махом проблему социального хлеба. И в Алматинской области на сегодняшний день удорожания по хлебу нету. Вы поняли, да? И вот так мы его очень конкретно и по-деловому решили. Спасибо большое. Это очень хороший такой пример. Я этим горжусь. Вот. Можно было тоже по всему Казахстану этим показать через телевидение, через это. Это пример именно, вот, как можно решать проблемы людей. У нас есть деньги, видите, СПК в этом плане работает. Не для того, чтобы оттуда какие-то свои проблемы решать. Саламатсызба, Аман Кабасова. Мен Хамша ақпараттық порталының Алматы бойынша журналисті Қозыбай Құрман. Хамша. Иә. Былтырда сізге жасалыс журналист ретінде осы жерде екі сұрақ қойғанмын. Соның екеуі де орындалған жоқ. Бірінші вопрос Тастөбе ауылы. Қасым Жомарт Тоқаев төлеген Қаратал ауданының меншігінде жататын аудан, Көксу ауданы мен екеуінің арасында границада тұрған аудан. Егер жасалмайтын болса жол мәселесі ондағы, онда Көксу ауданына қосып берсін деп тұрғындар бізге арыз айтады. Өйткені ондағы жол мәселесі өз айналасы 10 шақырымның үстінде. Ең сорақысы сол жерде Көксу ауданы мен Қаратал ауданының границасы болғандықтан 1 шақырымда 2 шақырым көлеміндегі жол екі ауданда жауапкершілігін алмай отыр. Бұл совет үкіметі кезіндегі дейді. Қазақстан тәуелсіздік алса да жол тәуелсіздік алмай отыр. Яғни соған қараған жол дейді да, ол жерден жүрудің өзі мүмкін емес. Мен журналист ретінде үнемі жүремін сол жолмен. Былтыр өзіңіз арнайы осы жерде басқарма басшыларын тұрғызып тапсырма бергенсіз. Бірақ бұл вопрос шешілген емес. Осыған орай тұрғындар журналист ретінде менің атыма үнемі арыз шағым түсіреді. Сол. Не, Көксол. Не, в чем дело? Қаратал ауданы. А? Қаратал ауданы бойынша. Ну. А? Қаншама километр? 1,5 километр, это же можно, за счет экономии можно было сделать. 1,5 километр, ол просто, вот, вот. Жасалмай келеткен жол, ал 12 шақырымдай Қаратал ауданына қарайтын жол жасалмай келе тұр. Ол жерде өзіңіз білесіз, үлкен Тастөбе агрокруг деген ауылдың мыңғанша гектар жерін алып, екеуің алмас, ешқандай жасалмай отыр жол. Екеуің, вообще вот запомните, слушай, и вот вы руководство, вот, помощники, ты был руководителем аппарата, встань тоже. Имейте себе вот, знаешь,
Если ни один, хоть один вопрос, который мне задавали вот на этом, и меня вот так скажут, что «Уткен жылы көтеріп, тапсырма бердіңіз, шешілмей қалды» десе, будете отвечать. Я вам что, сказал, не делать или деньги не дал. Тем более разговор, слушай, цена вопроса 1,5 километра дороги. Вы поняли меня? Ясно. Вот еке он где шешіп, потом его найдете и по этой дороге провезете его. Запомните, я еще раз услышу такое. Маған қалық сұрақ қойды, и этот не решился. Я говорю, айтты мне, все возможности есть совершенно. Это вам не это космический корабль запустить. 1,5 километра дорогу сделать. Бірақ та дегенмен бүгінгі күні Алматы Талдорған Сарқан аралығында облыс орталығыменен қарым-қатынас қиындық тудырып отыр. Осы мәселе бойынша биылғы жылы жол мәселесі қашан шешілмек? Қай жерден қай жерде менің бас? Алматы Өскемен жолы. А, мына жақ па? Алматы Өскемен жолы. А, түсіндім. Қазір өте қиын. Я. Кейн вот же Аня. Орталығына жетуіміз өте қиын болды. Жауап берейін. Енді оған ешкім былай ойламаңдар, қиналмаңдар. Кезінде мен мына Талдықорғаннан Алматыға дейін уақыт болған, не только мен, осы жерде сол кезде жұмыс істеген адамдар бар ғой, 5 сағат жүрдік қой. Былай, то жолға шығамыз, то түсеміз. Лай мен де балшықтың арасында да. Но қазір мен керемет қандай жолмен жүріп бара жатырмыз. Мына жақтағы жолға вот компания Ситик деген, это всемирно известная компания, өте бай. Вот сол компания салып жатыр. Но оның ішінде олар финансирование жағынан көп жұмыс істейді. Но оның 90% біздің қазақтың жігіттері жұмыс істейді. Олар келмейді енді коронавирус, басқа вот жібермейді олар деп ешқандай ойламаңдар. Со временем это, наверное, решится вопрос. Он бәрін контроль қалып, Қытайда айтып атыр, взята контролируемая ситуация деп. Но, конечно, Құдай сақтасын онда, білді. Қазақстанға келмесін. Но өткен жылы бір нелер болды, жағдайлар. Анау қазақтың жігіттері аналарға тиісіп, вот әнеугіні соты Ақсуда өтті. Біз оның бәрін қарап, қадағалап отырдық. Әр пошагово. Мен оның басынан дұрыс деп ешқай айтқан жоқпын. И жестко шешім қабылдадық біз. Анау Жамбыл облысындай көрдіңіз ба, қандай неге айналып кетті. Мына жерде де сондайға келіп-келіп сондан жақындап қалған. Ешкімге, ешкімнің қақы жоқ қой, келе жатқан орыс болсын, қазақ болсын, қытай болсын, кореец болсын, автобустан шығарып ап, анау темір мынандай нелермен қолдарын сындырып, бастарын сындыруға. Соның бәрін қалпына келтіріп, біз оларға түсіндірдік. Жазасын олары алды. Наказание они получили. Никто без наказания не ушел, потому что Китай ноту предъявил. И они все это контролировали, сидели, смотрели. И ана жердегі халыққа әнеугүні мен арнайы Ақсу ауданына бардым. Оның алдында Алакөл ауданына бардым. Вот. Соларға да сол жердегі халыққа бәрін айттым. Мен мынандай қандай керемет жол салынып жатыр. Ол жолды қытайлар келеміз, саламыз деген жоқ. Ол нұрлы жол деген елбасының бағдарламасының арқасында салынып отыр. Ең бірінші 14-ші жылы мен әкім болып тағайындағанда елбасы мынаны үлкен кездесуде мені трибунаға шығарып айтты. Қандай шешілмеген мәселелерің бар, соны айт деп. Мен сонда осы жол туралы айтқам. Ана Учаралдан Достыққа баратын жолды айттым и ненің аэропортын айттым. Сонда елбасы сол жерде тапсырма берді аяқ астына. Қолма қол. Жолды жасау керек, действительно авария көп, халық қиналып жатыр деп. И аэропортты да Тасмағанбетов ол кезде министр обороны аэропортты облысқа баталыққа берді. Сонда соның арқасында біз міне сол жұмыстар қазір істеліп жатыр, асықпай неғылып. Жолды әнеугүні үлкен сондай совещание өткізді, мәжіліс. Мемлекет басшысы
премьер-министр. Сонда әр жолды арнайы қарады. Біздің Алматы облысында республика бойынша өте көп жоба іске асылып атыр. Белгісіз, да? А вот міне, республика жолдарының бізде 10 000 километр жол бар, оның ішінде 2,5 000 километр где-то республиканың балансында, 7 000 километр Алматы облысының балансында. Оның бастығы міне Ержан. Екеуі де контролировать етіп отыр. Е, ана жерге анау келмейтін қытайлар, анандай заманға сай техниканы айдайтын, сол жұмыстарды жасайтын, солардың бәріне біз қазір мынау еңбек бағдарламасының арқасына ақша бөліп, солардың бәрін оқытудан өткіздік, да? Е, мы сколько человек обучили? 200, а? Да, 250 адам арнайы оқыттық, дайындадық, чтобы анау қытайлардың жоқтығын сезбеу. Түсіндіңіз бе? Біздің жұмысшылардың, олардың да екі қолы, екі несі бар, аяғы бар, бастары олардан кем істемейді. Соның бәрін өзіміздің жұмысшыларымыз тоқталмай жұмыс жасайды. И премьер-министр тапсырма берді. В этом году они обеспечат проезд. В этом году уже обеспечат проезд. Мен әнеугіні Ақсу ауданына барғанда да көрдім ба, қалай, қандай жолмен барғанын. Пытыштымыш болып келді, хотя здесь 120 километр. Вот. Не, осы жылы они нам дадут проезд, а 2021 жылы ол обустройство деген болады. Обустройство анау, ну, переварын жасайды, колеса отбойнығын жасайды, түсіндіңіз ба? Светофорларын жасайды, сондай нелерін, бәрін қалпына келтіріп, 2021 году окончательно, а 2020 жылы дадут проезд, да? В этом году дадим проезд полностью. По нашей области проходит 313 километров. 313 да, километров. В этом году дадим до конца года проезд. А она Учаралдан до Стхадин 180 километров. Уже 70 километров почти жасапкойда. Кран деген фирма. И осы жылы тендер өткізіп, BI Group, она қалған аржағына до Стхадин жолды ол алды. Қаржы бөлінде, да? Қаржы бөлінді, мобилизация жасап атыр, карьерін, басқа нелерін, соның бәрін бітіріп тастайды. Алматы облысында, кроме этого, еще бірталай жұмыстар жасалып атыр, республика бойынша. Мына Молалы кольцо бар ғой, Молалы. Молалыдан Балқашқа дейін 140 километр бірігіп істеп атырмыз, республикамен бірге. Оған да қаржы қазы бөлінеді. Мынау Ұзынағаштан, вообще Талдықорғаннан, Талдықорған емес, Алматының шекарасынан Ұзынағашқа дейін, Ұзынағаштан аржағы Қордайға дейін бұл жолдың бәрі реконструкция қазір жасалған. Онда біздің инициативамен жасалған жұмыс. Потом мына Қапчағайдан Алматыға кірмей, анау неден Құртының үстімен Құрты бұрыл байтал жол сөйтіп барып анау Астана Қарағанды жолына барып, соған шығатын ол жолды да жасалған. Барлық республика бойынша үлкен сондай жобалар іске асырылып атыр қазір. Жауабыңызға рахмет. Здравствуйте. Искельдинский район, ауыл Мақтыбай. Глава крестьянского хозяйства Сотникова по выращиванию плодовых культур, яблони и груши. Вот у меня такой вопрос. Садоводы нашего района обеспокоены болезнью, которая продвигается в нашем районе и вообще в области, бактериальный ожог называется. Да, да. Вот хотелось бы узнать, государство как-то будет помогать нам, нашим хозяйствам, что вот в обработке, потому что обработка стоит очень значительных денег. И потом еще хотелось бы узнать, будут ли обрабатываться вот эти вот горные массивы, где дикие яблони, потому что там вот очаг тоже такой большой, и вот эта вот зараза, она летит на наши сады, и как будет государство вот действовать, потому что как-то никакого движения в этом вопросе что-то как-то не намечается, ну, по крайней мере, вот за последние годы, это же, видите, уже давно болезнь распространяется, да. Но какого-то движения, каких-то этих, ничего не... Спасибо. Очень хороший вопрос. Просто для сведения всех, одно из главных поручений, которое мне дал Ельбасы, когда назначил, это восстановление
от яблоневых садов и апорта. Потому что я сказал, Алматинская область – это родина апорта. И мне сказал Амандык, займись этим вопросом. Наряду с сахарной свеклой, кукурузой, вот он обязательно мне конкретно сказал, займись. Сотникова по выращиванию плодовых культур, яблони и груши. Вот у меня такой вопрос. Садоводы нашего района обеспокоены болезнью, которая продвигается в нашем районе и вообще в области, бактериальный ожог называется. Вот хотелось бы узнать, государство как-то будет помогать нам, нашим хозяйствам, что вот в обработке, потому что обработка стоит очень значительных денег. И потом еще хотелось бы узнать, будут ли обрабатываться вот эти вот горные массивы, где дикие яблони, потому что там вот очаг тоже такой большой, и вот эта вот зараза, она летит на наши сады. И как будет государство вот действовать, потому что как-то никакого движения в этом вопросе что-то как-то не намечается. Ну, по крайней мере, вот за последние годы, это же, видите, уже давно болезнь распространяется, да. Но какого-то движения, каких-то этих, ничего нет. Спасибо. Очень хороший вопрос. Просто для сведения всех, одно из главных поручений, которое мне дал Ельбасы, когда назначил, это восстановление от яблоневых садов и апорта. Потому что я сказал, Алматинская область – это родина апорта. И мне сказал Амандык, займись этим вопросом. Наряду с сахарной свеклой, кукурузой, вот он обязательно мне конкретно сказал, займись. Я помню, в советское время был сад-проект, такой проект в Алмате на Джандосовой улице, до сих пор помню, Гостроевский институт. Они проектировали вот эти полки, апортовые сады и технологии выращивания, агротехнику. Сейчас вот это все пропало. И когда мы начали этим вопросом очень серьезно заниматься, я каждый год вот им давал поручение, вот, привлекли инвесторов. Например, Дин Мухаммед, один из богатейших бизнесменов нашей республики, он построил в этом Жаркенте 1000 с лишним гектаров садов. Вот. В этом Амалбио парень, очень такой тоже бизнесмен продвинутый, построил шикарные интенсивные сады в Имбешказарском районе. И у нас сейчас много появилось вот таких современных и наряду с этим апортовых садов. Всего у нас где-то 23 тысячи, да? А? 23 тысячи гектаров. Из них где-то 200 тысяч гектаров чисто апорт. Я у себя в саду даже посадил где-то кустов 50 вот этих апортовых деревьев. И проблема была вот этот ожог. И действительно субсидий не было. Мы все время отстаивали, писали, занимались этим вопросом. Министры сельского хозяйства часто менялись, и каждый вел свою политику. Вот. Мы отстояли вот субсидии по сахарной свекле. Вот нам помогли здорово. И в этом году, наконец, решился вопрос субсидирования борьбы вот с этим ожогом, да? И нам даже выделили... Дай микрофон. Он более вот он постоянно это занимается. Много лет не решался, вы правильно говорите. Сейчас у нас более 700 гектаров садов, которые болеют бактериальным ожогом. В прошлом году внесли изменения в закон о карантине растений. В этом году выделили 367 миллионов тенге. Вот на днях председатель комитета приедет, будем большой семинар-совещание проводить, как с этой болезнью бороться и как будем выкорчевывать вот эти все процедуры. Деньги уже выделены. Всех субсидируется будет. Но она еще что говорит? Она говорит, те, которые на склонах бесхозные, их бы обрабатывать, что? Чтобы оттуда... Амандыгаваш, вот эти все сады обследовали, карантин службы обследовали, вот это 700 гектаров, эти сады, которые тоже, ходят, тоже там сидят. Так что полностью уже работа пошла. Спасибо. Облыстың кейбір аудандары бейнеконференц арқылы байланысқа шыққалы отыр. Сөз кезегін аудандарға берейік. Несколько районов области находятся с нами на связи в онлайн-режиме. Предоставляем им слово. Ассаламу алейкум. Құрметті Амандық Ғабасұлы, сізбен байланыста Қаратал ауданы, Көпірлігі ауылының тұрғыны
Жуанбаев Болат. Менің сізге қояр сұрағым, біздің көпірлік ауылында 1000-ға жуық адам тұрады. Аудан орталығынан ауыл 185 шақырым қашықтықта орналасқан. Оның 156 шақырымы асфальт жолы болса, қалған көпірлік пен Байшегір ауылдары арасындағы 29 шақырым жолы гравийленген. Бұл автомобиль жолы 1984 жылы салынған және ұзақ уақыт бойы жөндеуді көрмеген. Негізі ауыл аймағы құмды жерде орналасқандықтан жүрген көліктердің салмағынан гравий құм астына кетіп қалып жатыр. Жыл сайын грейдермен тегістеледі, бірақ жолға гравий төсеу жұмыстары жүргізілмейді. Соның салдарынан көктем күз мезгілінде жол бұзылып, шұңқырлар пайда болады. Қазіргі таңда көлік қатынасы қиын және көлік апаттары орын алуда. Бұл мәселе бірнеше жыл бойы көтеріліп, шешімін таппай келеді. Осыған байланысты ауыл тұрғындары атынан сізден мәселенің шешілуіне ықпалдасуыңызды сұраймыз. Мен ол жол туралы білем. Көпірлік и Байшегірде, оныншы жылы мен вертолетпен ұшып барған, после этого не было. Сонда жолдың бірталайын шайып кетті. И в основном там как раз бұрынғы не ғой, Балқаштың несі, жағасы, там чуть-чуть болотисто емес. Қазір канал қапат еткеннен кейін, между прочим, там осушение идет. Сендер ме? Вот. Там поезды сделали, да? А? Осы жолға 29 километрге 471 миллион ақша бөлінді. Алғыр жолда. Этот год. Этот год, да. Да, 1 июня сделали. Көрдің ба? Естің ба? 470 миллион тенге ақша бөлініпті. Осы жылы халыққа жеткізіңдер, жасап береміз. Құрметті Амандық қас, Ғаббасович, мына Сарыөзек ауылы тұрғыны, зейнеткер осы үлкен бір мәселені көтерейін деп едім. Кербұлақ ауданының орталығы Сарыөзек ауылы ұзақ жылдары бойы ауыз судың тапшылығын көріп жүрген бір елді мекен. Енді бұл мәселені көп жылдары болды, шешімі табалмай жатыр. Осыған байланысты бүгін мынадай жағдаймен пайдаланып, осы мәселені өзіңіз бақылауға алып, осыны шешуге ықпал етіп, біздің мәселемізді шешсеңіз, шешуді сұраймыз. Су мәселесі ол, да? Ауыз су. Енді ауыз су мәселесі біз, помню, еще даже Акимов не был, мы занимались. Оң жақта ғана, үст жағында водозавор бар ғой, содан бастап. Неше жыл. Можно его до конца одним уже решить, кім махаббат? Қаншама керек қаржы? Төртінші кезеңнің проектісі бітіп, экспертиза өткізілді, 1 миллиард теңгенің үстінде. Жаңағы естідім, 1,2 миллиарда дейді. Мы его откуда хотим? Через республики? Тогда полностью все процентов мәселе бітеді, да? Болады, бітеді. Все тогда. Тогда сделай софинансирование местный бюджет, объявите тогда тендер, в этом году поставят параллельно республика Гаусу шоссе. Рахмет. Время? Шешеміз, көмектесеміз. 1,2 миллиард тенгеге жоба жасап қойыпты. Естіңіз ба? Соны республика берем дегенше күтпей, жергілікті бюджеттен біздің неміз бар, возможностымыз 10-15% дейін соны бөлу. Где-то 1,2 миллиона выделим, начнем, сосын республикада қаржы береді, дальше продолжим и бітіріп тастаймыз. Рахмет, Амандық Ғаббасович. Рахмет, үлкен рахмет. Уважаемый Амандық Ғаббасович, я Дугашев Рузахун Рауханович, житель Талгарского района. Руководитель крестьянского хозяйства. У нас возле поселка Тугамбай находится водохранилище САЗ Талгар-7, который был построен в 1955 году. У меня вопрос. С тех пор он его не ремонтировали. Вопрос такой. Планируется ли ремонт этого водохранилища в ближайшее время? Потому что от этого зависит орошаемость 1500 гектаров земли. Спасибо.
Я в силу некоторых обстоятельств буквально 3 дня тому назад возле него проезжал. Алихан Абдыханович ездил на похороны. Он, правда, это водохранилище опорожнено было, там воды не было. Вот. Но он целый там ряд вот этих, как он, этих прудов, озер. Мы вообще, я сказал только, что ежегодно мы приняли решение в 2014 году, что будем выделять по 2 миллиарда тенге на ирригацию и на газификацию. И вот когда на ирригацию деньги выделяли, мы все вот такие объекты, я говорю, межхозяйственные, где 1 миллион кубов, 2 миллиона, 3 миллиона, вот такие прудовые хозяйства, все взяли сперва, проинвентаризировали. Потом сделали паспортизацию, в каком он состоянии. Инвентаризация что означает? Это на чем балансе? Частный или бесхозный, или республиканский, или местный собственность. Потом сделали паспортизацию. Паспортизация говорит о том, что в каком он состоянии. Там задвижка работает, не работает. Вот эти, как его, оросительные каналы от него, или полив, другие вещи. Соның бәрін жасап, мы сделали на сегодняшний день, имеем на 40 с лишним миллиардов тенге. ПСД, да? Я то, что сказал. И часть денег уже мы за счет республики и за счет Исламского банка привлекли 19 миллиардов тенге. Соның ішіне кіреме мынау, Сержан Исламович? На сегодняшний день Састалгар 4, 5 уже отремонтировали, Састалгар 7. Проектно-сметная документация готова на экспертизе. В апреле с экспертизы выйдет, и во втором полугодии, уже когда закончится, мы начнем работу. По этим, мы, да? Да, 2 миллиарда выделили, из них 500 миллионов мы субсидии даем на воду, 1,5 на СМР. Вот с этих денег начнем работу. Так что, будет отремонтировано, не переживайте. Спасибо. Хорошо, да? Спасибо. Хорошо. Құрметті кездесуге қатысушылар, бүгінгі кездесу еркін пікір алысу жағдайында өтті. Бірқатар маңызды экономикалық әлеуметтік бағыттағы мәселелер көтеріліп, нақты жауаптары берілді. Отчетная встреча прошла в свободной форме общения. Были подняты ряд проблемных вопросов в экономической и социальной сфере. Получены на них ответы. Есептік кездесудің күн тәртібіне енгізілген мәселе қаралды. Облыс әкімінің тұрғындармен есептік кездесуін жабық деп. Сейчас подойду. Енді бәріңізге рахмет, кегендеріңізге, шыдап тыңдағандарыңызға. Я жаңа айттым ғой, мен бірталай жұмыс істеліп жатыр. Тағы істеледі де, бәріміз аман есен болады. Жарай ма? Әрқашан жақсылықта осындай ауызбіршілікте кездесейік. Всем спасибо огромное. Рахмет.